посмотреть, как я сегодня заведу главные волшебные часы нашего леса. Это очень интересно. Это очень интересно. А где мой шар? Вы его видели? Потому что если их не завести, то не начнется отсчет времени Нового года. Ну, проще говоря, Новый год не наступит. Вот какие важные часы стоят у нас в лесу. А завести их могу только я, часовщик. Я часовщик, живу в лесу, я службу важную несу. Чиню часы я всем вокруг, а это нужно. Часы лесные в Новый год, скажите, кто вам заведет? Конечно, только часовщик, вот это служба. Начнут опять в часах колесики стучать, и новогодний счет пойдет секунде каждой. И станут звери поспешать всегда и всюду успевать, а успевать не опоздать, вот это важно. И станут звери поспешать всегда и всюду успевать, а успевать не опоздать, вот это важно. Предпраздничные волнения. Еще кто-то пришел. Войди.
Нет, не забыл. Вот сейчас оденусь, соберу инструменты и пойду. Ты уж поторопись, а то в лесу все
получилось-то, а? Так, метла. Так. Эй, часовщик! Где некоторые? Ну, выйди-ка на минутку. Нет, это неслыханно. Такой важный день, а ты меня от работы отвлекаешь, а? Да не нужна уже никому твоя работа. Зря стараешься. Как это зря стараюсь? А ты не слыхал? Новость-то какая! Что за новость? Ну, зима решила уйти, лето прийти. Это папа и дом. Заяц, так не бывает. Ты со мной опять шутки шутишь. Мне вот сейчас не до шуток. Мне часы надо заводить. Если кем-нибудь другим шутки шутить. А вот и не надо их заводить. Как это не надо? Ну, раз зима уходит, лето приходит, значит, время пошло вспять. И часы твои уже никому не нужны. Заяц, так не бывает. Ты, наверное, бегал, и у тебя мысли до сих пор нет. Не веришь? Не верю. Там, нет, вон там, на краю леса, уже все деревья зеленые стоят, цветы цветут, ягоды растут. Вот ты какие ягоды любишь, а? Я малину люблю. Ой, как люблю. Вот, давай я тебе сейчас целую корзину малину принесу. Давай. Ты только стой, никуда не ходи, стой здесь. Ребята, мне ему верить? Нет! Ну, малинка, как хочешь, ну, ребят. Это Баба Яга! Это Баба Яга! Неплохое начало! Здорово я его, да? Так. Настоящий заяц бежит. Посмотрим, что будет. Сейчас, Гая, морковку поем. Ну что, принес? Чего принес? Как что, малину? Ты где ж я тебе зимой-то малину возьму? Как где? Ты ж сам говорил, что там, на краю леса, деревья зеленые стоят, цветы цветут. Или ты ее спрятал? Или ты ее съел, ну что это ты там жуешь? Морковку. А-а-а, не дай! Это не морковку! Ты ее что-то не хочешь! Стой, чудовище! Ты, наверное, по рассеянности все перепутал. Это сейчас зима, а не лето. Ну я сам знаю, но ты вот, ты мне говори, что лето приходит, зима уходит. Я говорил. Ты говорил. Ребят, разве я говорил? Нет! Вот видишь, ребята говорят, что я не говорил. Не говорил? Нет, это Баба Яга была. Ха-ха-ха, эх ты, шутник, заяц. Разыграл меня. Ну ничего, на праздник, на Новый год можно. Ну беги. А мне часы заводить надо. Марин говорит, растет у него. Ничего не понимаю.
А у меня все готово, все механизмы проверил, неполадок нет. Можно запускать. Да? Значит, скоро полетим? Я больше не летчик, не хочу быть этим летчиком.